Доброго времени суток! В стенах установочного центра BGT Workshop оказалась абсолютно новая, только что из салона, Audi A6. По желанию клиента перед мастерами BGT Workshop стояла задача установить на этот автомобиль датчики слепых зон, доводчики дверей и полноценную навигационную мультимедийную систему на базе Android. Одним из основных острых моментов для клиента был тот факт, что в штате у монитора не было тача. Сущий пустяк для нашей организации. Теперь владелец может полноценно использовать установленную систему Android касанием пальца. Кнопкой Navi на руле мы переходим в систему Android. До этого мы скачали приложения, такие как Яндекс.Навигатор и YouTube. Посмотрим действие. Работает голосовое управление. Привет, Алиса. Гостиница Украины, поехали. Все звуки идут из штатной акустической системы. Маршрут построен. Поехали? Поехали. Развернитесь. Еще одним немаловажным моментом являлась установка доводчиков дверей. Как вы можете увидеть, никаких штырей мы не используем, соответственно, кузов не сверлится